Мы хотим видеть рациональные, успешные, взаимовыгодные наши отношения. Безусловно, искренние, безусловно, с глубоким уважением к нашей истории, к нашему сегодняшнему дню. Я думаю, вообще-то господин Ющенко правильно сделал, что в первую очередь в Россию едет. Потому что, чтобы все недоразумения, которые в мире возникли, вообще это все закончить, в первую очередь приехать. Это же наши братья, наши же соседи. Поэтому в первую очередь правильно сделал Ющенко, что приехал сюда. И я думаю, что это позитивно дальше будет продолжаться. Два раза Януковича выбрали. Ведь это же так. Ну, видно же, что подделка, что на платные деньги эти молодые люди собирались. Это же так, это же все знают. Люди ездили в Киев и прекрасно понимают это. Так что очень жаль, конечно, очень жаль. Потому что 50%, даже больше, 60% Украины, конечно, были за Януковича. Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые коллеги, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Позвольте сказать, друзья, коллеги, Украина, я думаю, пережила очень сложный период, который требовали массу сил. Я принципиально